не убегай, так не, он позвал, просто не убегай. Это не просто автопробег, это встреча боевых товарищей, настоящих друзей, которые собрались, чтобы почтить память ветеранов сразу нескольких военных кампаний, участников афганской войны, чеченских конфликтов, СВО. В автоколонне они проходят путь, останавливаясь в памятных местах Барнаула. Мы уже давно с боевым братством вместе совместно работаем, давно уже посещаем школы, разные мероприятия, работаем с ребятами. И сейчас уже чувствуется, как ребята стремятся, сейчас появилось желание и идти служить Родине. Одна из остановок у Аллеи Героев, где установлен гранитный камень, посвященный подвигу 6-й парашютно-десантной роты. В 2000 году она сдерживала натиск боевиков под Аргунским ущельем в Чечне. Все мы здесь, да, тоже прошли горячие точки. И поэтому они олицетворяют дух русского воина. И поэтому давайте возложим цветы в память о них. Еще несколько остановок и финишная прямая – Аллея ветеранов, где прошла панихида по погибшим. По мнению организаторов автопробега, мероприятие несет несколько идеологических смыслов. Это и почитание памяти защитников Отечества, и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Данил Кузнецов, «День с толком»,